Зенитные установки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применялось в Донецкой области в минувшие сутки. Напряженная ситуация остается в районе Красногоровки, Песок, Троицкого, Авдеевки и Марьинки, сообщают в пресс-центре АТО. Автоматные очереди раздавались на окраинах Майорской и Зайцево под Горловкой. На мариупольском направлении обстрелы зафиксированы в районе Богдановки и Широкино. На Луганщине, вблизи города Счастье и поселка Орехово.